Всем привет, ребята! Сегодня будет реакция на Максим Скомос... то есть, блин, какой Максим? Короче, на игрового кайфа. Он мне сказал, что на сегодня в 10:00, чтобы не напомнил. Он не напомнил только сейчас. Так что давайте сейчас будем смотреть. Это 20 часов назад. Plans на каникулах. Информация официальная. Давайте. Это типа вот Токи Плэнсы были, а вот это фанаты Токи Плэнс. Это планы Токи Плэнс. Из мульта одного взято, видимо. Фанаты Токи Плэнс. Теоретики. И сейчас песенка будет. С которым я вам поведу информацию о том, что Кипуэренс ушли на покой, на отдых. На свой заслуженный отдых, потому что ожидаемых 3 игры это много, они очень много. Кстати, я забыл сказать, я Кипуэренсам еще один день назад хотел сказать, что желаю им хорошего отдыха, чтобы они поднялись силами, конечно. Они же давно не отдыхали, надо же как-то всегда отдыхать. Ну ладно. И, кстати, будем еще ожидать пост от них через 2 дня, в субботу. Работали, и они уходят на отдых. Сейчас я вам зачитаю их сообщения. По крайней мере, сообщения от авторов, ну, в общем, Horrorbrawl Game пост. Август настал, а детишки Horrorbrawl на каникулах. Команда тоже займет немного времени на отдых, поэтому публикация в социальных сетях в течение этого месяца станет меньше. Вернемся в сентябре с новыми силами. Хэштеги Horrorbrawl, Horror Games. Вот. Ну, в принципе, они вернутся в сентябре. Я не знаю, как конкретно будут выходить игры, кто их будет публиковать или как... В общем... Ну, по-моему, они опубликуют Horrorbrawl, да, блин, то есть не Horrorbrawl, а Evilnan Labyrinth, видимо, они его именно, когда уже видимо, смотрите, ребятки, они на отдыхе будут по чуть-чуть, скорее всего, работать, чтобы они доработали Evilnan Labyrinth, и чтобы они его выпустили. Может, они чуть там на каникулах поработают немного, завершут именно игру и уже выпустят ее. И мы сыграем обязательно. Только надеюсь, ну, может, там в лабиринтах будут, конечно, я знаю, уровни, но вряд ли режим уровня будет. Это мы узнаем с вами. Я уверен в этом. Вот. Когда будет еще инфа, буду вам рассказывать. В общем, в принципе, говорить больше нечего. Они кипарятся на каникулах. Желаем им приятного отдыха. Хорошо провести время, отдохнуть. И с новыми силами браться за новые проекты, новые идеи. И вот. Ну, вы были на канале Игровой Кайф. Ладно, будем прощаться. С вами был Дион Про. Пока-пока.